Детально продумывай все для себя. Приходи к своим собственным решениям. Не иди на поводу у мнения большинства людей. Не стоит вести себя или думать, как все. Очень многие вещи основаны на трендах, на моде. Даже мораль порой основана на моде. Были времена, когда рабство не считалось чем-то аморальным. Людей шокирует то, что у древних греков были рабы. В нашей собственной стране рабство прекратило существование всего лишь 130 лет назад. Так что вывод такой: всегда думай своей головой, имей свои принципы и принимай решение сам.